Скажу несколько слов о физической подготовке и физическом состоянии Макрона. Я довольно давно уже обратил внимание, что у него очень низкий процент жира, который я считаю близок к идеальному. То есть идеальный процент считается 10% у мужчин. Вот посмотрите, у него лицо такое вот худое. Вот так это, наверное, идеальное вот состояние по лицу. Дальше идем, значит у него кулаки сжаты правильно, то есть он является каратистом и это не он не позирует для фотографов. Обратите внимание, у него поджатые поджатые мизинцы, сильно поджатые мизинцы и сильно поджат э, безымянный палец. Вот это как раз э, такой ударный кулак. Кроме у него, того, у него набитые костяшки на кулаках и то есть вот это это все это все настоящие фотографии это никакая не показуха и наверное вообще из всех президентов вот визуально если определить то Макрон может быть в плане здоровья образцом для ну и, и не только для президентов вообще наверное для всех так что он так вот очень серьезно пашет я думаю что ну, часиков 10 в неделю у него есть э, тренировок. Вот, ну, очень-очень-очень серьезно он так это э, пашет в спортзале. Возможно, что он занимается французским единоборством, называется сават. Это что-то типа карате. Вот, ну, так трудно сказать. Вот и все, так что желаю всем здоровья и удачи и берите пример с Макрона в этом плане. Пока!